там чувство запаха власти. Нет, ну я тебе не я тебя просто говорю. Ты сам это знаешь. Туалет. Туалет здесь рядом. Бывает. Не знаю, где туалет, блядь, там вот есть что. Я просто тебе говорю, как оно есть. Вот и все. Так, что... Бля, на нос забили, братан, я не слышу. Мне, наверное, повезло, да? Наверное. Просто мне, блядь, точно садится. Вот и все. Если нету, блядь, ну я тебе серьезно говорю. Только еще извини. Нет, за это хуйню, ну просто неприятно. Понимаешь? Я сколько уже держал. А от кого еще? Ну ты понюхай свою носки, если честно сказать хочешь. Вот честно, вот сними, блядь, и понюхай. Ребята, он с голыми ногами вот так нюхают, все, вот здесь, понятно. Почему ты в одежде? У вас нет, не воняет. Вы приходите, воняете. А, какой день? Ничего. Ну чем пахнет? Ну чем пахнет? Придите, помойте. Я тебе серьезно, что ты мне не это? Ну серьезно, чем пахнет вот тут? Ты больше занял. Ну серьезно тебе говорю. Ты, конечно, извини, но ты можешь себе 41 год, ёпта мать. Ты можешь уважение иметь? Вот серьезно тебе говорю. Вот как мужику, блядь, мужик. Ну вот серьезно говорю. Сходите, помойтесь, это вам серьезно говорю. Я вам, блядь, сейчас шампунь, блядь, дам нахуй. Пену, наверное, соды, блядь, я не знаю, что вам дать еще. Уже лестницу поставили, чтоб отдельно залазить, блядь. Ну, не наступать на постель, блядь, не дам. Вы, конечно, извините, блядь, но так нельзя, блядь, делать. Это нахуй это не надо, пизду. Понятно. Ладно. Я. Вам привет. Ну, да. Тут вам лето. Москву депортировали. Да, вчера. Удобно.